Похоже, что прощение сейчас не модно. Куда ни посмотри, везде увидишь людей, выражающих недовольство, людей, судящихся с кем-то, людей, замышляющих месть. Мы живем в обществе, где гнев стал добродетелью. Но у нас, как у последователей Христа, другое повеление. Мы призваны прощать. Но есть ли ограничения? Можем ли мы сказать, что этого достаточно? Или есть еще какие-то условия? Должны ли мы прощать человека, который не хочет каяться? Или что делать, если есть грех в церкви? Но, слава Богу, Его Слово отвечает на эти и на многие другие вопросы, связанные с этой важнейшей темой — христианское прощение. И именно Слово Божье Джон МакАртур сегодня отвечает на эти вопросы. Исследуя слова самого Иисуса, Он показывает удивительный Божий план для прощения в любой культуре, в том числе и в нашей. Откроем Слово Божье на 17 главе Евангелия от Луки. И я прочитаю первые четыре стиха этой главы. Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 4 стихи. Я буду читать из Библии перевода New American Standard. Я всегда проповедую, используя этот перевод Библии. Сказал также Иисус ученикам, «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя, брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя. И семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. В этом тексте показаны критерии смиренного ученичества. Смиренный ученик не соблазняет других к греху. Он живет таким образом, чтобы не быть камнем преткновения для других. Ни своим лжеучением, ни греховной жизнью. Во-вторых, мы сказали, что смиренный ученик не только не соблазняет других к греху, но, наоборот, готов прощать тех, кто впадает в грех. У них есть удивительное стремление к святости. Мы хотим жить святой жизнью, чтобы показывать пример святости. Мы хотим провозглашать истинное понимание Слова Божьего. Мы хотим делать все возможное, чтобы не стать для кого-то соблазном к ко греху. У нас есть особая сильная неприязнь к греху. Но с другой стороны, мы готовы прощать друг друга, когда мы согрешаем. Это чудесное равновесие. Это две стороны достижения святости. Через удаление от греха и через стремление искоренить грех. Если брат твой согрешает, Выговори ему. Это единственное библейское решение в отношении греха. Открытое обличение. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему, подразумевается семь раз в день. И если говорить словами нашего Господа, записанные в 18 главе Матфея, прощать до седьмижды семидесяти раз. Четыреста девяносто раз, если нужно. И это не означает конкретное количество раз, но прощать бесконечно. Смиренный ученик Иисуса Христа отличается прощением. В наших сердцах есть прощение. Мы готовы прощать. В данный момент, как вы видите, в первом стихе Иисус обращается к своим ученикам, и он призывает их думать и поступать абсолютно противоположно тому, как думали и поступали религиозные лидеры в иудейской культуре, которых называли фарисеями и книжниками. Они распространяли лжеучения, о которое люди притыкались. Они жили лицемерной жизнью. Внутри они были наполнены костями мертвецов были зловонными и отвратительными, испорченными, хотя снаружи они были выкрашены в белый цвет, чтобы хорошо выглядеть. Они были классическими лицемерами. Они никого не хотели прощать. Они держались подальше от грешников. Они смотрели с презрением и высокомерием на людей, которые не входили в их группу и, по их мнению, были ниже их. Они осуждали Иисуса за общение с грешниками, даже кающимися грешниками и мытарями, которые, по их мнению, настолько опустились, что раввины даже не желали их учить закону, потому что не хотели даже приближаться к ним. Фактически они были убеждены, что общение Иисуса с такими людьми доказывало, что Он действует не Божьей силой, а силой Сатаны. Они говорили, что Он совершает все силой Сатаны. Они совсем не желали смиряться. Они были гордыми, праведными в своих глазах. И они распространяли... Эти религиозные взгляды по всей земле Израильской, потому что они управляли всеми синагогами, а синагоги были везде. Они смущали людей, были камнем преткновения, о которой люди притыкались. Они совсем не желали обличать грешников в грехе, призывать их к покаянию и прощать их. Свои требования к ученикам Иисус противопоставил тому, что было у фарисеев и книжников, которые постоянно были в толпе вместе с учениками. И как я сказал в прошлый раз, просматривая последние месяцы жизни нашего Господа в Евангелии от Луки, вы увидите, что он обращался к огромным толпам людей, настолько огромным, что текст говорит, были тысячи людей, и они теснили друг друга. И также посреди этих огромных толп была группа фарисеев и книжников, к которым Христос обращался напрямую снова и снова. Были другие случаи, когда он к ним обращался, иногда даже в их домах. Также там была группа учеников, которая постоянно противопоставлялась фарисеям. В третьем стихе он говорит «наблюдайте за собою», эта фраза, это предупреждение, это повеление на греческом выражено теми же словами, что и другие предупреждения в отношении книжников и фарисеев в Новом Завете. «Остерегайтесь их», — говорит он постоянно. И здесь тоже правильно будет применить эту фразу по отношению к ним. Потому что они горделивы, они соблазняют, они возмущают, и в частности, они не желают прощать покаявшихся грешников. То, чего требовал Иисус, противоречило самой сути религии того времени. Иисус объяснял, что мы можем соблазнить человека к греху не иначе, как только через неверное учение или греховный пример. Во-вторых, мы должны быть готовы обличать людей, когда они впадают в грех, призывать их к покаянию и прощать бесконечно. Я хочу поговорить с вами о том, насколько важно быть прощающим человеком. Мы живем в культуре, которая не понимает этого. Мы живем в культуре, которая настолько объята гордыней и самооценкой, настолько поглощена личной независимостью и личными правами, что если кто-то кого-то обижает, то люди одобряют, если на обиду отвечают бестерпимости, воздавая сполна. Месть теперь стала добродетелью, в средствах массовой информации, например, постоянно встречаются супергерои-Мстители, которые убивают всех, кто их оскорбил. Суды, забиты различными исками, сотни тысяч каждый год. И их настолько много, что три из четырех адвокатов в мире живут в Соединенных Штатах. И они нужны, чтобы постараться решить все судебные тяжбы, когда люди пытаются разобраться с тем, кто хоть каким-то образом их обидел. Психологи тоже поддержали такое непрощающее мышление, и многие из них пришли к выводу, что прощение нездорово само по себе. Оно ядовито. Гнев полезен. О гневе говорят, что он полезен. Потому что он помогает изолировать себя, защитить свою самооценку и избавиться от вреда, который другие люди вам причиняют. В результате, конечно, мы видим возрастание враждебности, мы видим очень злобную культуру. И похоже, что чем люди моложе, тем они более ожесточенные. Месть стала стилем жизни людей, выросших на гордыне. Жестокость охватывает их сердца и разрушает их собственную жизнь и очень часто жизнь окружающих. Мы постоянно читаем о крайне странных преступлениях, совершенных в приступе гнева, когда кто-то убивает несколько человек, придя в ярость Просто из-за нанесенных ему обид. Наша культура злобная и саморазрушительная. Но Господь говорит совсем о другом. Он призывает нас прощать. Прощение ⁇ это полная противоположность тому, как мир думает и поступает, потому что в нем преобладает гордыня. Если придумать культуру, основанную на самом мнении, то ее очень легко внедрить, потому что вокруг массы гордых и невозрожденных людей, которые с радостью принимают такую культуру, так как они уже сами этому верят. Мы же наоборот призваны к смирению, самоотверженности и прощению. Три раза мы читаем в Библии, Бог смиренным дает благодать. В притчах Иакова и Первом Петра. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Дважды в Евангелии от Луки, в 14 главе 11 стихе, и в 18 главе 14 стихе Иисус сказал, «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Писание постоянно призывает нас к смирению. И следствием этого смирения является прощающее сердце. Сегодня мы с вами рассматриваем 3 и 4 стихи своего рода исторический фон. И я хочу показать практическое использование этих великих принципов прощения, которые наверняка будут полезными в вашей личной жизни. Смиренные верующие не обижают других и сами не обижаются. Смиренные верующие не грешат против других людей и не помнят зла, когда кто-то грешит против них. Мы не соблазняем людей к греху, мы помогаем им уйти от греха. И мы это делаем, когда желаем обличать их. Если брат твой согрешает, обличи его. Если он покаяется, прости ему, так поступай неустанно, как сказано в стихе 4. Этот принцип данной лукой более детально разъясняется в 18 главе Матфея. В 18 главе Матфея в стихах с 15 по 20 этот процесс описывается детально. Если брат твой согрешает, пойди к нему. Если он покается, то приобрел ты брата. И на этом точка. Если не покается, возьми двух или трех свидетелей и обличи его снова в грехе. И тогда у тебя есть два или три свидетеля, чтобы подтвердить его ответ. Если он снова не кается, то скажи всей церкви, для того, чтобы вся церковь могла обратиться к нему и призвать к покаянию в грехе. Если он их не слушает, то отлучи его от церкви, относись к нему как к неверующему, потому что нет доказательств того, что он верующий. Относись к нему как к неверующему с любовью, состраданием и стремлением благовествовать, но не принимай его в общении церкви. Эти детали, приведенные в 18 главе Матфея, вытекают из принципа данного здесь в Луки 17:3. Мы не будем сейчас углубляться в эти детали. Достаточно сказать, что в этих стихах мы видим условное прощение. Мы прощаем, когда человек кается. И всегда возникает вопрос. Всегда возникает вопрос. Является ли покаяние необходимым условием, чтобы получить прощение? Можем ли мы не прощать, пока человек не покается? Всегда ли так поступать? Или это условие действует только для покаяния? Ну, очевидно, что это условное предложение, потому что есть условие. Если брат твой согрешает, вы ему: и если покается, прости ему. И если семь раз кается, прости ему семь раз. Это прощение связано с условием. Условное прощение. Это такой грех, о котором написано и в 18 главе Матфея. Это грех, который стал постоянным, который стал привычным, когда человек поступает таким образом и не желает изменять своего направления. Это такой грех который заранее планируется, продумывается, является добровольным и привычным. И именно поэтому я использую слово намеренный. Из первого послания Иоанна мы знаем, что образ жизни в грехе сломлен в жизни верующего человека. Теперь новая жизнь в праведности. Мы были предназначены и возрождены для добрых дел. Но даже образ жизни добрых дел и праведности может заслоняться грехом, иногда даже добровольным грехом, у верующего намеренным грехом, повторяющимся грехом, открытым и публичным. С такими грехами необходимо разбираться на уровне условного прощения, когда в их решение вовлечена церковь. Этот текст является параллельным в 18 главе Матфея. Если у человека есть такой грех, то вы идете к нему, и если он не кается, вы в итоге говорите об этом церкви. И до тех пор, пока он не покается, его взаимоотношения с церковью не могут быть восстановлены. Однако... Здесь не какой-то особый вид греха, но привычный образ жизни в грехе. Это могут быть различные грехи, пребывая в которых человек продолжает идти в неверном направлении. Но не все грехи такого уровня. Не все грехи попадают в категорию условного прощения. Есть нерегулярные грехи. Есть грехи, которые не продумываются заранее. Есть грехи, которые не намеренные, которые не планируются заранее. Это не тот путь, по которому обычно идет человек. Есть грехи, в которые верующий впадает только потому, что мы все еще имеем греховную природу, грехи, которые не стоят на уровне условного прощения. Ну, например, откройте, пожалуйста, послание Галатам, шестую главу. Очень полезный текст Писания, Галатам 6.1. Братья, здесь говорится о семье, если и впадет человек в какое согрешение? если и впадет человек в какое согрешение. Слово «впадет» – «параптома». Текст буквально означает «впасть в параптома». Текст говорит о падении. То есть вы, и буквально это слово означает «запутываетесь» или «попадаете в ловушку». Вы не видели приближение греха, вы не продумывали его заранее, вы попались в него, вы увязли в нем, вы споткнулись и впали в него. Это не такой грех, который продумывается и заранее планируется. И если кто-то впадает в согрешение, споткнувшись, запутавшись, то вы, духовные, это те, кто ходит в духе, подобно тому, как это описано в предыдущей главе, вы, духовные, исправляете такового. Исправляете. Катартидзо означает исправлять или чинить. В духе «Праутетос» — духи смирения, кротости. В Иоакова 1.21 это слово переведено как «кротость». Когда вы видите человека, который впал в грех, то вы, духовные, исправляете такого человека, восстанавливаете его в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным осознавая, что живя в человеческой плоти, вы можете споткнуться на том же самом месте. И поэтому есть стих второй. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. А закон Христов ⁇ это закон любви. Вы проявляете любящее отношение к своим братьям и сестрам во Христе, когда помогаете им нести тяжелое бремя пребывания в человеческой плоти и впадение в грех из-за этого. Слово ⁇ бремя ⁇ это бороз, тяжелый груз, который трудно нести. Мы все несем бремя искушений. Мы все несем бремя нашей греховности. Мы все встречаемся с настоящим грехом в нашей жизни. И когда это происходит, что в таком случае должны делать духовные? Мы идем и исправляем такого человека в духе кротости и смирения, осознавая, что это часть человеческой природы, и мы сами тоже люди. И это так знакомо нам всем. Сейчас вам будет немного легче понять, что есть привычные грехи, намеренные грехи, в которых нужно открыто обличать, используя процесс церковной дисциплины, описанный в 18 главе Матфея. Но не все грехи такого уровня. Как это легче понять? Ну, просто посмотрите на свой брак и спросите себя, насколько было бы продуктивно, если бы каждый раз, когда ваш супруг делает что-то, что не достигает уровня совершенной праведности, вы бы начинали процесс обличения. Все бы развалилось. От вас бы все ушли. Вы бы их выгнали. Так нельзя поступать. Так нельзя поступать, так нельзя поступать даже со своими детьми. Представьте, что вы считаете, что все люди, которых вы знаете в церкви, должны всегда поступать абсолютно праведно. А иначе вы сразу готовы начать процесс открытого обличения так нельзя поступать так нельзя поступать вы не сможете жить таким образом в браке и потом представьте если ваш супруг будет делать то же самое с вами вы целый день будете слышать о своих недостатках почему ты не проснулся в 4 для молитвы почему ты не стал в 3:30 для молитвы Почему ты еще спал в 4.30 вместо чтения? Ты забыл это сделать, ты не сделал то, твои слова не были слишком мягкими. Ты посигналил парня на парковке магазина, когда он стал у тебя на дороге. Вы не сможете, вы не смогли бы жить в таком постоянном обличении. Мы понимаем, что мы люди. Вот почему есть грехи, с которыми мы встречаемся постоянно, и для которых у нас безусловное прощение. Хорошо. Например, 1 Петра 4.8. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Есть множество грехов, которые любовь просто покрывает, прячет, не выводит на показ, не обличает. В притчах 10.12 сказано, любовь покрывает все грехи. Посмотрите на 1 Коринфянам 13. «Любовь не мыслит зла». Или в другом переводе сказано «любовь не помнит обид». Есть вещи, которые вы просто прощаете после того, как они сделаны. Вы их покрываете. И суть прощения состоит в том, чтобы покрыть проступки другого. Псалом 31.1 показывает это очень ясно. Смотрите, что сказано в Псалме 31.1. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Это параллельное утверждение. «Блажен, кому отпущены беззакония, или, другими словами, чьи грехи покрыты. Покрыть грех значит простить грех. В своей жизни мы покрываем множество грехов. Вы покрываете их своему супругу, вы покрываете их своим детям, вы покрываете их своим друзьям-христианам, вы покрываете их, находясь в церкви, вы покрываете их своим соработникам, вы просто не сможете жить, если по каждому недостатку человека будете начинать процесс дисциплины. Здесь еврейский параллелизм. Блажен, кому отпущены беззаконие, чьи грехи покрыты. Одно и то же выражено двумя способами. Псалом 84. Третий стих показывает ту же параллель. Ты простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его. Поэтому, когда в Библии говорится о покрытии греха, это означает его прощение. Здесь не говорится о том, чтобы спрятать его, чтобы он мог расти в скрытой форме, но говорится о прощении. Любовь покрывает множество грехов. И поэтому, идя по жизни, мы готовы покрывать грех. Мы готовы прощать грех. Есть иллюстрация такого безусловного, одностороннего прощения. Я прочитаю Марка 11 главу 25 и 26 стихи. Послушайте, что сказано сначала. Наш Господь говорит, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Вот это да. Односторонне, без обличения, потому что никого рядом нет, не с кем разговаривать. Он не говорит «иди домой, найди этого человека и реши с ним все вопросы». Хотя в пятой главе Матфея мы видим указание на такое решение, что тоже важно. Что же сказать о прощении в то время, как вы начинаете молиться Богу, прежде чем начать молиться, остановитесь и простите всех, на кого у вас есть что-то. Или Отец Ваш Небесный не простит вам, когда вы в своей молитве будете просить Его омыть и очистить вас. Обидчик прощается сразу же, даже когда его нет рядом, не нужны какие-то формальные встречи и действия. Это совсем не нужно. За время моего служения ко мне подходили люди, и это довольно странно, которые говорили, я просто... Я просто хочу попросить у вас прощения. И я говорю, ну хорошо, я прощаю вас. А за что вас простить? Ну, вы не знаете, что я сделал, но я сделал вот что. Пожалуйста. Мне не нужно знать, что вы сделали, чтобы простить вас. Я прощаю вас все равно. Зачем нам делать из этого проблему? Ну, я все равно должен открыться, и я должен сказать вам об этом. И зачастую они все выкладывают предо мной, и я говорю, вот это да, может, я не должен их прощать, ведь это очень серьезно. Мне было гораздо лучше до того, как вы вывалили все это на меня. Я даже встречался с людьми, которые писали мне письма и говорили: мне нужно, чтобы вы меня простили, потому что долгое время я о вас думал, вот так. А я даже не знаю, кто такие люди, кто-то сказал им, что у них не будет правильных отношений с Богом, если они не вывалит на меня все это и не попросят у меня прощения. Послушайте, мы должны жить жизнью прощения. Мы должны идти этим путем. И поэтому, когда вы собираетесь обращаться к Господу в молитву, которую Он дал ученикам, вы наверняка дойдете до фразы "И прости нам долги наши". И вам лучше еще до начала молитвы простить всех в своем сердце. Такое безусловное одностороннее прощение должно преобладать в нашей жизни. Мы должны быть снисходительными, мы должны быть любящими, мы должны быть смиренными. И вы знаете, люди меня постоянно спрашивают, как вы относитесь к критике, как вы относитесь к подобного рода вещам? Она меня не волнует. В моем сердце нет места для нее. Она не занимает места в моем сердце. Она и не может иметь место в моем сердце, потому что Бог простил мне все, и кто я такой, чтобы не прощать такие мелочи в отношении меня? Я принимаю решение жить, покрывая множество грехов. Я не могу каждый вопрос превращать в проблему, и зачем начинать тотальное обличение? Это не означает, что я против церковной дисциплины, потому что это абсолютно ясно, что когда грех достигает уровня общей известности и становится направлением, с которого человек не сворачивает, но наоборот становится привычным в той или иной степени, тогда должна применяться дисциплина. Но большинство случаев, с которыми мы встречаемся, недостойны того, чтобы тратить на них время и чтобы в каждом случае начинать процесс обличения. Мы никогда так не поступали. И я говорю это потому, что это библейская истина, но вы и сами никогда так не живете, потому что инстинктивно вы знаете, как Дух Божий действует в вашем сердце, и вы живете, покрывая множество грехов. Вы не пытаетесь получить все, что вам причитается абсолютно от каждого, начиная с судебный процесс по самым мельчайшим вопросам. Вы так не поступаете, потому что вы возрождены, вы водимы Духом Святым, вы смирились, вы были прощены, и теперь прощение живет в вашем сердце. Вы даете его легко и с радостью, и не позволяете, чтобы какой-нибудь горький корень, возникнув, причинил вред. Я думаю, что Давид, должен был прощать очень много. Посмотрите на вторую книгу Царств, 11 главу. Когда думаешь о том, что произошло в его жизни, и прощение, которое было ему даровано. Во второй книге Царств, 11 главе, записана известная история. В то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. И дали плохая часть Давид оставался в Иерусалиме. Если ты являешься начальником, ты не остаешься дома, ты не посылаешь всех своих помощников, всех своих лейтенантов и полковников, а сам Оставшись дома, расслабляешься во дворце, пока не сражаются. Он остался дома. Плохое решение. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома. И если вы царь, то ваша крыша выше всех остальных. И увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хитиянина. У нее была семья, у нее были родители, у нее был муж. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. И потом стоит маленькая фраза. «Когда же она очистилась от нечистоты своей и возвратилась в дом свой?» Это указывает на ее месячные и подтверждает факт, что когда она забеременела, отцом мог быть только Давид. Женщина это сделала с беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву, своему генералу, «Пришли ко мне Урию Хитиянина» и послал Иоав Урию к Давиду. Ури сражается в битве с амонтянами. Тут Иоав получает известие, приходит на поле сражения, берет Урию и отправляет его к царю. Довольно важное событие. Этот солдат идет навстречу к царю. И пришел к нему Ури и расспросил его Давида о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. Ну хватит, неважной беседы. А что ты думаешь о ходе войны лично? Ты шутишь? И сказал Давид Ури, иди домой и омой ноги свои. Последнее, что делал человек перед тем, как лечь спать, мыл ноги. Либо грязь, либо пыль были везде, даже в доме. И самое последнее, что делал человек перед тем, как положить ноги на постель, он мыл их. А мой ноги, значит, иди домой и ложись в кровать, спи со своей женой. И вышел Ури из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушание. Давид дал подарки, чтобы добавить романтики их вечеру, желая, чтобы он пошел домой, лег со своей женой, и тогда считали бы, что ребенок был от Урии. И здесь мы видим человека чести. Урии спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. Он спал прямо там, у дверей дворца. И донесли Давиду, говоря, «Не пошел Урия в дом свой?» И сказал Давид Урии, «Вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урии Давиду, «Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, это военное положение. Даже Господь не имеет постоянного жилища, и вся армия там сражается в битве. И господин мой, аф и рабы господин моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой, есть и пить, и спать со своей женой, клянусь твоей жизнью, жизнью души твоей, этого я не сделаю. Мы видим, какая честь у этого человека. И у него красивая жена. Так, теперь у Давида проблема. Теперь будет трудно скрыть. Зачем он здесь? И сказал, Давид Ури, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Ури в Иерусалиме на этот день до завтра. Он думает, что, может быть, на другой день он пойдет домой. Тогда Давиду пришлось подкупить его. На следующий день он приглашает его на пир. Человек, ничего из себя не представлявший, ест и пьет с царем. И Давид напоил его в надежде, что его убеждения немного притупятся. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Вот это человек. И какую ужасную, ужасную вещь делает Давид. У Давида не остается выбора. Давид должен убить его. Итак, Давид отсылает его назад вместе с письмом, чтобы поставить его в сражение, отступить от него, чтобы он был поражен и умер. Именно так и случилось. Он мертв, теперь она вдова. В 27 стихе 11 главы мы видим, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделала его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. В действительности, Давид должен был умереть дважды. Прелюбодеяние было тяжким преступлением, убийство тоже было серьезным преступлением закона Божьего. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на 12 главу 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. Любой грех направлен против Господа. Любой грех направлен против Господа. Тебе, тебе единому согрешил я, Псалом 50. -й. Именно в этот момент Давид пишет 31-й Псалом. В это же время он пишет и 50-й Псалом. Это два изумительных исповедания во грехе. Нафан приносит ему Божью весть пророк Нафан. И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Буквально, Господь позволил твоему греху уйти, исчезнуть. Слава Божья в прощении. Притча 19.11 говорит, «Слава для человека быть снисходительным к проступкам, Очевидно, что Бог по своей природе прощающий. Пророк Михей сказал, «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие?» Он удивлен Божьим прощением. Псалом 102. «Благослови, душа моя Господа, Он прощает все беззакония твои». Вот какой Бог. Прощающий Бог. Слава Божья в прощении, также и, наша. и поэтому, когда мы прощаем, мы указываем на свои отношения с Богом. Я сейчас хочу подумать об этом, об этом немного более практично и обозначить все ключевыми пунктами. Вот некоторые причины для прощения. И я предлагаю эти причины, основываясь на том, что мы только что обсудили. Номер один. Прощение ⁇ это действие, которое больше всего делает нас похожими на Бога. Вы никогда не похожи на Бога более, чем когда прощаете. В Матфея 5 главе... В 44 стихе, в Нагорной проповеди, Иисус сказал, а я говорю вам, любите врагов ваших, что подразумевает прощение, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного. Вы похожи на небесного Отца. Когда любите врагов, тех, кто обижает вас, когда молитесь за тех, кто вас гонит, за тех, кто вам хочет навредить, вы похожи на своего небесного Отца, ибо Он повелевает Солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Любить и прощать врагов значит быть похожими на Бога. Это то, что делает вас сынами Отца вашего Небесного. Истинный Сын, Господь Иисус, на кресте показал, что Он говорил тем, кто распинали Его. Точнее сказать, о тех, кто Его распинал. Отче, что? Прости им. Здесь показано Божье великодушие. Послушайте Евсянам 4.32. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощайте так же, как Бог во Христе простил вас. И следующий стих говорит, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленный». Больше всего вы, проявляя себя как дети Божьи, и больше всего вы похожи на Бога, когда прощаете. Хочу назвать второй пункт. Всякий, оскорбляющий вас, оскорбляет Бога еще больше. И если Он прощает, то кто вы, чтобы не прощать? Псалом 50. -й. Тот самый псалом, который был написан после ужасного греха с Версавией и Урии, свидетельствует об этом. Давид пишет в шестом стихе. Мы начнем читать с пятого стиха. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Он не Нет, может скрыться от ты, греха и от вины. Ты, тебе, тебе единому согрешил я. А как же Ури, не согрешил ли ты против Ури? А как же Версави, не согрешил ли ты против Версави? Да. А как же ребенок, который родился, не согрешил ли ты против него в какой-то мере? Да. И этот ребенок лишился жизни во младенчестве. И не согрешил ли ты против своих детей, показав им пример прелюбодеяния и убийства? Да, не согрешил ли ты против народа, но все это в стороне Давид говорит: Тебе, Тебе единому согрешил я и, лукавое предачами твоими сделал. Любой грех в первую очередь направлен против Бога. Любой грех против Бога. Оскорбление наносится прежде всего Богу. Он оскорблен больше всего, потому что всякий грех против него, грех прежде всего не против вас и не против меня, то там-то здесь совершаются грехи против меня, то там-то здесь, но далеко не каждый грех против меня. Но каждый грех направлен против Бога. Все грехи в моей жизни, все грехи в вашей жизни, все они, во-первых и прежде всего, являются осквернением Его святой природы, осквернением Его святого присутствия, осквернением Его святого закона. Все они направлены против Него. Он совершенно свят. Каждый грех оскорбляет Его. И хотя вы можете нанести оскорбление кому-то, это оскорбление будет гораздо более серьезным по отношению к Богу. И всякий оскорбляющий вас оскорбляет Бога еще больше. И если Бог, будучи оскорблен больше, всех может прощать, то вы, оскорбленные меньше, тоже должны прощать. Помните историю, которую рассказал Иисус в Матфея 18 главе, о человеке, который задолжал царю неоплатный долг с 21 стиха и далее. И призвал царь того человека и сказал, чтобы он оплатил долг, он присвоил себе деньги, которые он должен был собрать как налоги, и затем отдать их царю. Но денег не осталось, он их присвоил и растратил. И помните, как этот человек умолял царя в 18 главе Матфея, потому что он задолжал 10 тысяч талантов, что было огромной, неоплатной суммой. Человек тот пал кланяясь ему и говорит в 26 стихе 18 главы Матфея, «Потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Как просто. Это Бог и грешник. У нас долг, который мы не можем оплатить, он неоплатный. У нас нет возможности, может быть, мы и думаем, что есть, но у нас нет. Мы падаем ниц и говорим, я постараюсь заплатить, я постараюсь, и он говорит, ты не сможешь заплатить, я все прощаю. И дальше история весьма странная. Люди, слышавшие эту историю, наверное, были шокированы. Тот раб, которому все простилось, вышел, нашел своего товарища, который должен был ему 100 динариев, это примерно трехмесячная зарплата. Схватил его и начал душить, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал, начал умолять его, говоря те же самые слова: «Потерпи на мне и все отдам тебе». И это был долг, который можно оплатить. Но тот не захотел. А пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг бросил его в тюрьму должников, где ему понадобятся годы, чтобы заработать и отдать этот долг. Господин разгневался на это. Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению его. Все, что оскорбляет вас, оскорбляет Бога гораздо больше. И Бог прощает все. Вы же не обладаете судом высшей инстанции, и вы не более святы. Если же Бог прощает больше, то мы тоже должны прощать. И я хочу добавить еще один пункт для размышления, который взят из финала этой истории. Нежелание прощать приводит к божественному наказанию. Человек из истории отдали истязателям, отдали истязателям. Это картина наказания, когда Бог взыскивает человека все, что только можно. Несмотря на то, что он прощенное дитя, это дисциплинирование, это наказание, это такое божественное наказание, которое может длиться долгое время для тех, кто не желает прощать. В Иакова 2.13 сказано, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Есть Божье наказание для тех, кто не желает прощать. Еще один момент для размышления это причина прощения которое добавляется к этому пункту о наказании, потому что если вы не простите, то и вам не простится. И именно поэтому есть наказание. До тех пор, пока верующий не прощает, он во временном смысле и сам не прощен. И хотя в вечном смысле мы прощены, это наше оправдание. Во временном смысле мы можем быть в непрощенном состоянии, в нашем освещении. С одной стороны, все мои грехи прощены, потому что Христос заплатил наказание сполна. Но с другой стороны, когда я живу в этом мире и согрешаю, Божье прощение происходит на временном уровне, который открывает мне благословение и радость. Но только если я сам прощаю другим. Если у меня есть недовольство, ожесточенность и нежелание прощать, то я буду терпеть Божье наказание, как тот, кому Господь не прощает тоже. Наказание прекращается, когда Господь прощает. И Он прощает тогда, когда мы прощаем? Я думаю, что есть христиане, которым грехи прощены в вечном смысле, но во временном смысле они не имеют богатого общения с Богом, какое могли бы иметь, а испытывают его дисциплинирование, потому что не прощают других людей. Они ходят в ожесточении. Я думаю, что пустота в жизни людей... Даже в жизни христиан депрессия, серость и недостаток радости зачастую из-за того, что у них нет благословения, нет прощения, но есть вина и наказание от Бога. Еще подумайте о том, что непрощение делает вас непригодными для поклонения. Непрощение делает вас непригодными для поклонения. Матфея 5, 23, 24. Иисус сказал, ты собираешься идти на поклонение мне, ты собираешься принести свой дар к жертвеннику. Если брат твой имеет что-то против тебя, оставь свой дар и пойди примирись. Ты не можешь молиться, пока не помиришься. Ты не можешь поклоняться, пока не помиришься. И еще две вещи в заключении. Не прощать, значит узурпировать Божью власть. Не прощать, значит узурпировать Божью власть. Итак, кем же ты будешь? Не прощающим в той вселенной, где Бог прощающий. Бог прощает бесконечно все наши преступления постоянно, на вечном уровне. И Бог добровольно прощает наши временные согрешения в процессе нашего освящения, когда мы прощаем другим? Должны ли мы вырывать меч из его руки, как это было, и стать судьями для других? Должны ли мы стать судьями и палачами? В Римлянам 12 главе Павел сказал, «Мне отщение я вас дам, говорит Господь». Оставьте все воздаяние Господу. Не наша задача исполнять его. Не мстите за себя, Римлянам 12, 19, но дайте место гневу Божию. Фактически, если враг твой голоден, накорми его. Если он жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Ты произведешь обличение, любите врагов ваших, тогда вы явно будете детьми своего отца. Только у Бога есть право разбираться с оскорблениями, только у Бога есть право разбираться с грешниками. У него совершенное понимание вопроса, наивысший стандарт святости, безграничная суверенная власть. Он нелицеприятен и он знает все. Не наша задача доставлять людям боль, как будто бы мы боги. И, наконец, последнее. Прощайте охотно, осознавая, что Бог допустил, чтобы вам нанесли оскорбление, чтобы вы усовершенствовались. Бог допустил оскорбление, чтобы вы усовершенствовались. В Библии это очень ясно видно. С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Это ведет к совершенству, говорит Иаков. Петр сказал, радуйтесь, поскорбев, теперь немного, ведь Господь ведет вас к совершенству. Изучая 2 Коринфянам 12 главу, мы видели, что апостол Павел очень хорошо понимал, пользу от страданий. Я лучше буду хвалиться, говорит он, своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушу в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Вместо того, чтобы мстить, вместо того, чтобы злиться и враждовать, когда ты кем-то оскорблен, когда против тебя совершили грех, Пойми, что Бог, хотя Он и не желал, чтобы они согрешили против Тебя, хотя Он и не был причиной их греха, может сделать так, что это испытание будет совершенствовать Тебя, если Ты ответишь на него духовно. Он даст вам благодать, и Ему будет слава через это испытание. Единственная ваша задача ⁇ прощать. Прощение является отличительной чертой истинного ученика Христа. Мы не соблазняем людей к греху, но когда они впадают в грех, и даже когда это грех против нас, мы готовы простить. И если грех намеренный, заранее продуманный и спланированный, то есть направленный, повторяющийся грех, то мы обличаем, мы укоряем, мы призываем к покаянию, мы проходим по 18 главе Матфея, и если нужно, отлучаем. Но надеемся, что все это закончится покаянием человека и его восстановлением. И если человек кается, неважно сколько раз, мы всегда должны прощать. На любое покаяние нужно отвечать прощением. Итак, будет ли это условное или безусловное прощение, мы всегда готовы простить, потому что мы хотим быть как наш Отец. Давайте помолимся. Отец нас снова переполняет мысль, что Ты простил нам все наши грехи. Что прощение наших грехов полное и окончательное, чтобы мы имели надежду на небеса. И чтобы эта надежда никогда, никогда не могла быть потеряна. Иисус полностью заплатил наказание за наш грех на кресте. И теперь это не вопрос оправдания, а вопрос освящения в нашей жизни. Несмотря на то, что мы уже были омыты, мы прошли духовное омовение, как Господь сказал Петру, мы все равно нуждаемся в омовении ног, потому что идя по этому миру, мы пачкаем ноги, мы падаем то здесь, то там, и хотя это не влияет на наше оправдание, это влияет на наше освящение. Мы хотим и дальше получать прощение. Мы хотим выйти из сферы наказания в сферу полного благословения послушания. Помоги нам прощать от сердца, понимая, что мы все еще боремся за своей неискупленной человеческой плотью. Помоги нам быть готовыми любить и тем самым показывать, что мы твои дети. Потому что любим, как и ты возлюбил нас. Мы просим во имя Христа. Аминь.